Всем привет! Меня зовут Анастасия, я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы продолжаем говорить о моде, о стиле Грейс Келли. А давайте отметим, что во многом своим стилем Грейс Келли обязана Альфреду Хичкоку. Она адаптировала образ ее персонажей и создавала свой собственный. Грейс любила простоту, сдержанность, и во многом на это повлияло ее воспитание, так как ее родители были достаточно строгими. Грейс не любила яркий макияж, она предпочитала делать акценты на что-то одно, либо на глаза, либо на губы. Если честно, я так много пересмотрела ее фотографии, не видела, чтобы у нее были вообще когда-либо накрашены ярко глаза. Ее визитная карточка это, конечно, красная помада, и посмотрите, я сегодня тоже сделала акцент именно на красной помаде, а глаза у меня вообще почти не накрашены. Что еще хочется отметить? Грейс любила одежду пастельных тонов, она очень гордилась своим ирландским происхождением и считала зеленый цветом удачи, счастья, везения. В гардеробе Грейс встречались наряды дизайнеров, популярных среди звезд американского кино, Хелен Роуз и Эдит Хэд. Что мы с вами еще можем заметить того, что выделяет ее стиль среди других? Это, конечно же, всегда, давайте подумаем, пусеты из жемчуга. Это всегда нитка жемчуга, да? Еще что, давайте вспоминаем вместе. Это всегда тоненький ремешок на талии, который, да, подчеркивает ее тонкую талию. И юбка солнца, да, тоже, которая своим кроем подчеркивает ее тонкую талию. Многие исследователи стиля Грейс говорят, что ее визитной карточкой была белая рубашка. Широкие воздушные юбки, мы уже о них говорили, а она сначала их носила в кинокадре, а потом перенесла такой лук в реальную жизнь. Ей это, кстати, очень-очень идет для ее фигуры, правда ведь? Кстати, вот говорят, что Грейс стала первой, кто стала носить в реальной жизни мокасины, шорты, рубашки. Еще один любимый предмет гардероба принцессы Монако – платье-футляр. Мы также можем заметить, что Грейс часто надевала комплекты с классическими жакетами и юбками. Всегда в ее гардеробе были укороченные брюки, платья с пышными воздушными юбками, да, которые такие приталенные платья, и мягкие кардиганы. Итак, переходим к аксессуарам. Как мы уже и заметили, Грейс очень любила сдержанный стиль. Украшения она выбирала по этому же принципу. Особую страсть она питала к жемчугу. По аксессуарам с вами проговорили в начале видео, о чем мы еще не сказали. Мы не сказали о самом важном, о платках. Она обожала платки, даже есть такая история, что приехав на съемки фильма «Поймать вора» в Париже, Грейс потратила огромное количество денег на платки Hermès. И говорят, что Грейс знала более десятка способов, как повязать красиво, элегантно платок, то есть это всегда был либо платок, повязанный на шее, довольно изящно, либо обмотанный вокруг головы, или прикреплен к сумочке. Следующая яркая особенность стиля Грейс – это сумочка Hermès, которая была ее фаворитом. Про сумку Hermès я говорила в своем видео вот здесь. Что еще я подметила из ее стиля, так это очки кошачий глаз. Я считаю, что Грейс они вообще подходили безумно, и как будто они были для нее созданы. Мы еще с вами не сказали про белые перчатки. Раньше белые перчатки были признаком хорошо образованных девушек, их надевали на улице, в театр, но в Голливуде это как-то было не совсем популярно. Однако Грейс продолжала носить белые перчатки. Один из режиссеров Голливуда очень долго вспоминал свою встречу с Грейс, потому что он сказал, что ко мне никто не приходил еще в белых перчатках. Для него это было достаточно удивительно. Американский дизайнер Томми Хилфигер заметил, что Грейс Келли была единственная голливудская актриса, которая столь естественно и изящно носила белые перчатки. Итак, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Салют!